Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит, есть за что. Ну, чё стоишь? Подходи, я не кусаюсь. Выбирай, как мы с тобой поступим. Либо я тебе сейчас мозги буду полоскать, как я обычно новичкам это делаю. Либо я буду с тобой, как с опытным сталкером. Получай задание и вперед. Нафига ты эту дрянь тягаешь? Выбирай, как мы с тобой поступим. Либо я тебе сейчас мозги буду полоскать, как я обычно новичкам это делаю. Либо я буду с тобой, как с опытным сталкером. Получай задание. Что за бодягу ты мне приволок? Выбирай, как мы с тобой поступим. Либо это твой личный ПДА. Полезная хреновина, которая будет помогать тебе не сдохнуть в зоне. А если и сдохнешь, то хоть другие знать будут, как и где. Шучу. Давай напомню кратко, как пользоваться. Есть дело, меч. Есть дело, Меченый. Надо найти сталкера по кличке Шустрый. Он не... Ну, удачной охоты, сталкер. Этого дела, брат, по два либра.
Да ты даешь. А посмешнее, ничего в запасе. Подходи, пообщаемся. Ну, настроение хуже не бывает. А ну теперь я расскажу. И гнусь кругом сплошная. Встречаются два сталкера. Помнишь Васю? Ну, того, который еще хотел летчиком стать. Ну и че? Ха. Да он вчера в трамплин попал. Ну попал и че? Да ничего. Сбылась у человека мечта. Полетел. Блин, так не смешно же. Вот послушайте, мужики. Мужики, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Прием. Хорошо, Волк, присылай. Только пусть не мельтешит здесь. Конец связи. Душевно. Классно играешь. Классно, правда. Эх, кусок бы мяса такой. Здоровый, чтоб прям свертило. Скворчащий, сочный. Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. Мужики, тут Волк прислал нам подмогу и приказ атаковать. Так что вперед! Геройствовать! Кушай, скотина! Вали, вали!
Все! Кончай, гадов! Прикрой, мужик! Убила мужика! Видали, как я его? Помоги! Вот скотина! Кореш, помоги! Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался.